Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Мерседес. Итак, перед разобран, его только собрать. Переднее крыло немного помято, переднюю дверь тоже делать, задняя дверь тоже имеет повреждения и немного имеет заднее крыло. Так, что касается крышки багажника. Крышку багажника заменим. Подняли крышку багажника, смотрим, что внутри. Внутри страшненько, корыто для запаски вмято, его заменим. Ну что, первым делом я вытаскиваю все задние вмятые части. Итак, все вытянул, размеры одинаковые, теперь поврежденный металл удаляю. Поврежденный металл удалил, с донорской части беру нужный мне кусок. Равняю оставшийся металл на машине и затем устанавливаю корыто. Установил фонари, зазоры в норме. Корыто прикрутил саморезами. Теперь еще раз измеряю диагонали, длину и свариваю.
Сварочные работы закончил. Стыки замазываю герметиком. Кишка и багажника я закончил, теперь приступаю к ремонту заднего крыла, задней двери, передней двери и переднего крыла. Все это я буду ремонтировать при помощи споттера. Правым боком я закончил, затем скрутил весь перед, не знаю для чего он был разобранный, установил фары, новую решетку и бампер. Разобрал машину и отдаю ее на покраску. Итак, автомобиль вернулся с покрасочных работ. Собираю его. Ну что, ремонт этого Мерседеса закончен. Ремонт занял 10 дней. 5 дней работа с металлом и 5 дней покраска. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!